Блажиевский против Иконина. И меняется Павлова. Павлова, который инициировал эту атаку. Антила. Антила, ну что это за бросок? Устали руки даже у гиганта Антилы. Разворачивается Ньямни и попадает! Все, матч завершен! 2-1, Йокерит побеждает! Продолжение серии в Хельсинки! Вот это да! Радуются финны, и здесь, я думаю, что даже никакого просмотра. Ну, а на что здесь смотреть? Да нет, вроде бы все чисто. Серия перемещается в Хельсинки. Ну и вот наброс, не опасный. Не опасный наброс, но шайба сохранена в зоне. Как же классно. Сейчас Неми развернул своего оппонента и положил шайбу в дальний угол. Есть небольшой нюанс. Во-первых, пошли смотреть на положение вне игры. И когда это вне игры было, знаете, когда? Когда вот правым флангом Йокерит входил в зону, и там еще немножко рукой остановил шайбу защитник ЦСКА. Юка Ялнин показывает, что нет никаких вопросов. Он отправляется в раздевалку. Но такие шажочки маленькие-маленькие. Сейчас Юка Ялнин остановился. Ну-ка. Внимание! После видеопросмотра определено. Положения вне игры нет. Шайба засчитана. Йокерит ликует. 3-2 в пользу ЦСКА в серии. Самый продолжительный матч в истории КХЛ завершается победой клуба из Хельсинки. И Юка Ялнин продолжает свою работу. Это был невероятный матч. Благодаря.